Я сидел на лавочке с друзьями двумя, Корнилаев, Шепелевский, где этот фонтан, там была клумба. Вот. А эта бабушка, видать, гуляли, не обратили внимания. Она села на лавочку. Я приехал с Карелии, отец был военным, сюда в Гомель. Я давай расспрашивать про дворец. Она говорит: ребятки, вы типа занимаетесь где-то? Мы говорим: вот станцию иных техников ждем руководителя нашего кружка, Ривкин Леонид Наумович. Ну, тут он не пришел, она начала мне рассказывать. Я, говорит, тут живу, местная, все, я уже такой интересовался же этим. В Карелии там церкви Кижи, без одного гвоздя церкви деревянные. То я видел, только снаружи, туда не пускали. Я давай спрашиваю, и все втроем мы это все слушали. От нее я все это узнал. Она работала с своим папой. Папа был садовником у Иринушки. Зарплату получали они, я вам показал. Приходили, управляющий приезжал на бричке с саквояжем, поднимался по лестнице на второй этаж, потом выходил с такой вот бумагой. Там Иванов, Петров, то делать, работу нам давал. В определенный день мы собирались, или там кто-то помощник вызывал, поднимались, получали денежку у управляющего.